Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует киевский спортивный магазин «Головива», который располагается на Харьковском шоссе. Ваше внимание на обозрение хочу предоставить самокаты Scarly Sport 460. Это алюминиевые самокаты для подростков и детей от 5 лет. Комфортно кататься на этих самокатах можно уже, если у ребенка рост 90 сантиметров и выше. Имеется в виду, что если встать на самокат, то с условием того, что высота ручки 70 сантиметров, это минимальная низкая высота, то при правильном соотношении высоты руля и роста человека это должен быть где-то вот согнутые руки на 90 градусов, чтобы было комфортно держать. Поэтому при росте метр или там 90 сантиметров уже будет комфортно кататься на этих самокатах. Ну а максимальный рост этого максимально допустимый рост подростка на самокате, это вот как на данной модели в этом цвете максимально поднятый руль поднят на высоту 90 сантиметров. Ну и ребенок, если будет 1,27 м, 1,30 м, ему будет комфортно. То есть 90-1,30 м – это та шкала роста, которая будет комфортна на этих самокатах. Самокаты одинаковые, имеют только разный цвет. Материал самоката алюминиевый, ролики здесь, колеса стоят большие. Большие колеса, имеется в виду, что диаметр колеса 20 сантиметров. Если взять, замерить, то расстояние от пола до верхней точки колеса 20 сантиметров. Это достаточно большие колеса, как для самоката. Самокаты имеют в нашем магазине в разных цветовых гаммах. То есть есть один цвет, второй цвет. Это все отличается по раскраске самой рабочей части. Тормозная вот эта дужка, которая тормозит, тоже разного цвета. Ну, на самом деле, это все на вкус каждого подростка. Ну и вот такой ярко-девчачий вариант. Розовый с белым. Есть тормозная зажимная пластина для ноги. Ну и колеса тоже розовенькие, прикольные. Руль опускается при помощи легкостенного эксцентрика. Вы его отодвинули. Здесь есть кнопка, которая блокирует. Вы ее нажали, она опустилась раз и опустилась еще ниже. Потом вы зажимаете вот здесь легкостенным эксцентриком, и руль уже находится в зажатом состоянии. Эксплуатация подлежит без проблем. При транспортировке комфортно то, что руль можно складывать. Есть дополнительные элементы, которые, ну, кнопки вот эти нажали, и ручки раз, и выехали. Тем самым очень удобно при транспортировке. Есть вот этот, получается, зажим, на который прижимаются ручки, и мы складываем таким образом руль. Затем опускаем руль при помощи, опять же таки, зажима. Раз, вот мы нажимаем, есть легкостенный эксцентрик, который позволяет складывать сам самокат. Мы поднимаем защелку, и складывается самокат, что очень комфортно при транспортировке. Опять же таки, это все называется, есть подножка, как вы видите. Самокат всегда можно оставить, и стоять будет он вот. Металлическая, алюминиевая основа самого самоката. Колесики на хороших промподшипниках, крутится очень удобно, комфортно. Складывается тоже надежно, зажимается легкостемным эксцентриком из металла, который позволяет надежно закреплять в сложенном состоянии или в разложенном состоянии этот самокат. Все достаточно комфортное. Рабочая поверхность шершавая, что опять же таки добавляет эффект, если вы будете кататься, если ребенок будет кататься после дождя и ноги будут иметь мокрую подошву, то скользить все равно не будет. Все будет хорошо, все будет достаточно надежно и комфортно на этом велосипеде, на этом самокате. Поднимается также, нажимаем вверх эту защелку, и раскладывается самокат. Потом мы
закручиваем легкосъемный эксцентрик, зажимаем, чтобы он не отстегнулся. Ну, самый такой оптимальный вариант самоката. Пластиковая, металлическая лопатка вот эта, на которую нажимать надо ногой, и она прижимает колесико. Колесико идет из пластмассы, она достаточно надежная, прочная, долго будет работать. Как видите, я чуть-чуть крутанул, и колесо легко крутится. Ну и вдобавок стоит отметить вес. Всегда люди интересуют, сколько весит самокат. Самокат из алюминия весит не так уж и много. Три девятьсот весит самокат. В разных цветах продается самокат в нашем магазине Веловива. Если вас заинтересовали эти самокаты, они разного цвета, но по комплектации одинаковые, по качеству одинаковые. Это одна и та же модель в разных цветах. Вы можете прийти в наш спортивный магазин и заказать его, или заказать его по интернету. Оформляя заказ на сайте Веловива.com.ua, мы по всей Украине организуем доставку. Если вас заинтересовал наш видеообзор про самокаты, можете оставить отзыв на нашем YouTube-канале Веловива. Всегда будем рады. Постоянным клиентам скидки. До скорых встреч!